Ну что, наклепал на передке колодки. Думал, трещина. Краска. Краска отколупывается. Ну, короче, сравнить, какие были толщиной, какие стали. Разница видна, да? Даже вот так вот. Все, ставим, передок у нас готов. Ну вот, что у нас получилось. Сразу его всего прошприцевал. Везде он все повылазило. Свежая смазочка. Здесь тоже вот понабил аж. Вот видите, да, аж из-под пыльника вылазит. Надо чуть-чуть, чтобы вылезло. А то вылезет, ладно. Ну, сразу все прошприцевал, всю сторону. Все, кидаю барабан. И готово, перехожу на ту сторону. Это я с прицепом, правда, затупил. Надо было прицеп тоже сразу все мазать. Ну, что-то тупанул. Придется теперь отдельно лезть мазать. Ну, ничего не поделаешь, полезем. Ладно, переходим на ту сторону. Сейчас все, барабан кидаю, колесо кидаю и на ту сторону перехожу. Да, сейчас сюда масло подлить надо. Посмотрел оно. Ну, есть, но его маловато там. Так, она ступица сухая, все, ничего не текет. Но маслица маловато. Надо подлить. Будет. Вот. Снял опять колодки. А почему снял? Короче, барабан не могу одеть. Вот эти вот ролики. Они стоят ремонтные здесь. Сейчас их надо снять. Ролики. Ну, вот так вот получилось. Короче, вот эти ремонтные ролики снять, одеть нормальные. Вот они большие, толстые, да, ремонтные. То есть вот ремонтные, такие большие, а надо вот такие маленькие одеть. Вот такие вот, видите? Потому что с этими барабан не налазит. Шу-шуть упал. Короче, одеваем такие. Ну, стандартные, да, получается они. Вот и там дырочка. Ну вот теперь все как-то так выглядит. Видите, да? Вал сведенный. Ролики простые. Зазорчики. Зазорчики на барабане. То есть все нормуль. Все. Ставим барабан на место. Ну и все. Ништяк. Все четенько. Скинул заднюю ось на интере. Блин, все у меня Фред. Надо ему как-то имя дать. Кстати, пишите в комментариях, предлагайте свои названия, ну, имя ему какое дадим. У меня к нему два приложения. Или носатый. Ну, просто носатый, да, ему дать погоняло. Или фартовые из-за номеров. Были блатные номера. И опять блатные получил. Короче, или носатый, или фартовый ему погоняло дать. Ну, а Фред у нас и будет Фред. Фред, он и есть Фред, да? Так, отвлекся. Короче, скинул колодки, но здесь их просто-напросто уже все. Уже их край прям все. Они прям уже просятся. Серега. Переклепывай по-любому нас, хочешь не хочешь, ну переклепывай. То есть еще чуть-чуть бы их провернет, наверное, уже. Провернуло бы. Вот. Сейчас, значит, что делаю. Назад барабан. Ну да, барабан, наверное, колеса назад кидаю. Передок донкрачу.
Потому что сейчас лазил, лазил, короче, не нашел. На передок мне надо будет опять вот эти ролики. Сейчас я у себя все облазил. Они у меня где-то есть. У меня лежат. У меня их комплекта 4 вот таких роликов лежат. Но сейчас, блин, все облазил. Не нашел. Нашел только BPV-шну один. Не помню, где BPV-шну или Роровскую. Ну, говорю, у себя все, блин, облазил. Вот это вот детройтовский у меня чисто сундучок. Здесь всякая всячина. Здесь всякая всячина. Вот они мне на глазах вот недавно попадались. Здесь колодки пока клепаю, бардак. А, вот мне одна попалась. Вот такая одна попалась. И одна вот такая вот попалась. И все. Ну, это, по-моему, обе BPV-шные. Ну, вот это вот 100% BPV-шные. Вот это... Это, наверное, тоже от Америки. Ну, да ладно. Ну, все, пружинки, все есть. Здесь. Возвратные пружинки. На колодке эти все пружинки есть. Такие возвратные пружины. Вот эти возвратные пружины. BPV-шные. Даже вот это вот это. Вот это, по-моему, тоже от BPV. Вот эта вот пружинка. Вот мощная возвратная пружинка. Вот это. Ну, короче, и все, поперелазил. Вот два только ролика нашел. Хотя, говорю, где-то лежат. Где-то вот они мне буквально вот-вот попадались. Но не могу найти. Так, всем привет. Еще раз, да. Еду к пацанам опять за запчастюльками. А за какими запчастюльками? Фильтр тогда масляный не забрал. Вот сейчас фильтр масляный добираю. Потом еду, забираю масло. И еду опять в машине. Потому что время у нас сегодня уже... Что у нас сегодня? Среда, по-моему, наш сегодня. А в воскресенье мне уже грузиться надо. То есть мне уже все... До упора я занимаюсь интером и выскакиваю. И по тормозам у меня все готово. По смазке, в смысле, что у меня осталось. По интеру, по большому счету, у меня осталось масло в двигателе поменять. Ну, масло в двигателе, фильтр и фары там. Ну, с электрикой так позаниматься. Как бы и все, интер готовый у нас. Все, подъезжаем к пацанам. Так, петличку я забыл по звуку, опять не знаю что. Ну, вроде должно нормально все быть. Петличку не одел. Давай, тетя, побыстрее проходи, а. Все, пошли к пацанам за фильтром. Заходим. Все, фильтр мой. Так, в марке. Кто говорит на Америку запчастями, если что туго, обращайтесь к парням в Липецке. Говорят, даже на космический шаттл. Если есть продажи, то и на космический шаттл найдут запчасти. Ну, мы что, все оплачиваем и едем, короче, дальше. Разобрал, еду за маслом. Фильтр, если по цене кому интересно, 2 рубля, короче, фильтр обошелся. Ну, я думаю, это прям вообще такая прям вкусненькая, сладенькая цена, потому что в других магазинах от 3000 такие фильтра начинаются. Ну, как бы и фирма такая самая. Есть подешевле даже, еще скажу, есть фильтра там что-то по 1500, что ли, там что-то такое было. Короче, есть и подешевле. Ну, я такой среднячок взял, вроде как бы. Вот, все, еду за маслом. Сейчас включусь, когда будут подъезжать к маслу. Ну вот и за маслом подъезжаем. Тут, правда, дорожечка такая. Не айс. Ну тут буквально вообще не знаю, метров, наверное, 30-40. Вот такой дорожечки. Сейчас координаты тоже все покажу, телефоны покажу. Ну и в описании будут, конечно, все это. Телефоны и автозапчастей, масел.
под видео все будет. Ну вот, собственно, куда мы и приехали. Приехали мы в Ликвимоли, дилерский центр. Улица Московская, 8. Если кому интересно, приезжайте. Все, затарился маслами, присадочками у пацанов. Номер телефона все в описании будет. В общем, сейчас покажу, что взял. Масло. Две канистры. Масло типа она, ну, не Ликвимоли, но кто раньше на Ликвимоли ездил, сейчас на этих маслах ездит. Потом взял присадочку, масло, присадочку, такую ликвимолевскую, чисто моторная, все, ну, она на 25 литров, как бы одну взял, хватит одной. Потом для топливной, системы Ликвимоли. Все, вот эта тема прям вообще рабочая. Рабочая тема. 100%. Присадочки тоже нужны. Пробег у нас уже большой. Надо, как говорится, движочек побаловать. Да? Ну что, все, едем менять. Пацанам спасибо, все сделали, все красиво, цена прям самая адекватная, по маслам, короче, тоже в Липецке самая адекватная цена, всем рекомендую сюда приезжать. Так, ну чутка прогрел интера, давление у нас, грубо говоря, 30, да, PSI, 30 PSI, или PSI, там кто как называет их, ну и машина, можно сказать, ну не прогретая, но теплая уже. Ну, на горячку, по-моему, когда 80, он там около 20 давил. Ну, я так чисто для себя, на холодную 40 он ровно давит. Так чисто для себя, сейчас масло поменяю, чё почём. Так, масло слил, вот эту пипку, блин, забил. Ну, шестигранник, и нифига. Так, одну канистру еще залил, уже масло. Одна канистра залитая. Теперь делаем следующие маневры. Ну на, открывай. Витек сегодня в помощниках у меня. Ну, Камасутру доделаем тоже. Ну, присадочку уже показывал. Все. Открывай. Присадку. Сейчас как правильно заливать. Так-то по идее она на 25 литров, еще раз повторяю. Ну, так, взял. Не хочешь открываться. Сейчас мы возьмем. Да ты ее так крутани, попробуй, она должна открыться. Ну. Пошла. Ну. А тут пломбы понаделали. Да не, дело не, ну, в каше. Все закрыто. Дело в пломбах. Mm. Это же реклама. Да. Все закрыто. Ну, перемешал вот до этого ее. Ну да, потрясли. Но мы ее все равно сейчас в канистру наливаем. Масло болтаем. Ну и все, сейчас масло наливаем, болтаем и сюда масло наливаем. Нет, сюда ли, да, не масло еще. Витек говорит, тоже скоро YouTube канал заведет. Мне твоего хватает. А, будет Витя Джан на дороге. Вот. Да так. Мне твоего хватает YouTube канала. Саранские перевернули. Чуть не перевернули Войского. Саранский, кто будет смотреть, пацаны, привет вам. Витек рассказывал. Ну и сюда тоже масло. Ну, хотя доливай. Ну, то скажет, Серега, масло не менял. Все черное, да? Да. Да, у меня в кабазе масло светлее. Но. Nice.
Вот видите, как живут блогеры. Масло им тут меняют. Да. Они только стоят с телефоном, снимают. Ты масло уже попал. Видишь, смотри, это уже минус. Вот это минус текет. Ничего страшного. Не обедняешь. А тут не размешаем, хватит. Да, все, болтаем. Сейчас. Держу. У меня, да подожди, у меня чистые руки. Да подожди, да? Сейчас ее будет руки. Давай. Ну, поболтали. Вот так получилось. Сейчас в этой канистре мы еще все равно свежее масло заливать будем. У нас вся присадка уйдет. Грамм в грамм вся. Ни капли мимо. А куда вы? Коммунисту. Сейчас главное тут попасть еще. Меня еще ругать пролил. Сейчас сам не будешь на косарезе. Ладно, не буду я там представлять. Под руку, если. И под руку говорить. Он видал, не грамма мимо. Да там не видно, все равно, можешь говорить, что хочешь. Да. Поможет, интересно, эта присадка, не? Да ты ж не ездил, не знаешь, как он себя вел, а уже присадку льешь. Ну, блин, ездил бы и ездил. Уж если что-то не понравилось, тогда залил. Все равно пробег 1 700 000 ему как бы надо. И в топливо, и везде. Как говорится, кашу маслом не испортишь, да? Машу, кашу. Ладно, все, заливаем масло и все. Да. Так, ну замена вроде удачно завершилась. Сейчас посмотрим, что он нам покажет по давлению. Температура еще на чуть-чуть подостыл. Ну, грубо говоря, все так же само. Давление не изменилось. Ну ладно, масло свежее, все нормально. Ну вот, я теперь счастливый обладатель еще и тахографа. Все у нас в ажуре, зажигание включаем, тахограф включается, зажигание включаем, тахограф включается. О, нахожусь на М4, сейчас мне наклейку сделают, там все, платон получил, тахограф поставил, все, вообще весь в законе, Серега, теперь. Реалитет какой обогнал. Да, мы на хвоста сядем. По тахографу скорость бьется, нет? 80, 77, ну плюс-минус, небольшой плюс-минус. Красота! Все, завтра едем грузиться, пацаны. Так что следующее видео у нас рейсом. Всем пока!